Ну, если Москвы вдруг не станет, я думаю, все, конечно, креативные, талантливые люди непременно уедут в Америку, в Лос-Анджелес, в Калифорнию. Я, кстати, тоже собираюсь туда, конечно же, уехать попозже. Но вначале здесь сделать несколько проектов, так сказать, филиалы себе создать, а потом уже поехать создавать филиалы там. Ну и так туда уезжают все лучшие умы сейчас, потому что и шоу-бизнес, и политика, все как бы, все идет от Америки. Так что Москва что есть, что нету, тут особо не сыграет роль.